Продолжается обновление Наташинского парка. На финишной прямой обустройство детской площадки, на старте возведение амфитеатра. Ход работы оценил Владимир Ружицкий. Спортивные снаряды, батуты и несколько видов качелей. Современная игровая зона площадью 1350 квадратных метров почти готова принимать самых юных посетителей. Осталось немного – привести в порядок ведущие к площадке дорожки и уложить специальное резиновое покрытие. Красивая детская площадка, где будут самые разнообразные элементы, чтобы дети могли поиграться, взрослые отдохнуть. Ну, я думаю, что мы числа 10-12 тоже ее откроем, там все готово. По сути, мы завершаем такой сезон благоустройства в городе и особенно по Наташинскому парку. А рядом с уже работающим колесом обозрения скоро появится еще один объект. Подготовительные работы перед строительством нового амфитеатра идут полным ходом. Будущим зрителям обещают посадку на 100 мест и комфортную территорию вокруг площадки. Рабочих сейчас задействовано в районе 10 человек. Сейчас делается подготовительная работа. Это выемка грунта, вывоз, очистка территории. Уже приступают к установке бортового камня. Вот, и через неделю укладка плитки. Саму конструкцию амфитеатра начнут возводить через несколько дней. Все работы планируют завершить через месяц. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.